прямо сейчас. Поставь лайк, или губка придет за тобой. Щукова народ, с вами я, Кеша, и сейчас мы посмотрим с тобой самые страшные видео с губкой Бобом. Погнали! У тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал, поставить лайк, иначе Патрик придет за тобой. Удачи! Так, жарится котлетка. Еще один прекрасный день в Красти Краб. Обалдеть, что с тобой случилось, Очередной губка? Очередной день. Обслуживание. Посмотрите на него. Клиентов. Он выглядит просто крипово. Этого недостаточно. Смотрите, у него щупальца. Больше. Больше этой секретной формулы. Секретная формула. Секретная формула в том... Секретная формула состоит из Спанч Боба. Отлично. Не так ли, мистер Крабс? Крабс? Это же мистер Крабс! Только он какой-то слишком страшный. Мистер Сквидвард, воистину так. Мой губчатый сынок. О, это очень страшно, ребят. Нам бы еще. Пипец. Это что за два клыка у губки Боба? Ребят, у меня есть мечта набрать 100 тысяч подписчиков до начала лета. И я знаю, что звучит нереально, но вместе мы сможем. Поэтому прямо сейчас нажми на эту красную кнопку подписаться, если ты еще не подписан, и кидай этот ролик всем своим друзьям. Мы сделаем это. Только вместе. Короче, секретная формула. Вам достаточно, мистер Крабс? Вам так больше нравится? Да. Вот как старику Крабсу хочется, но... Этому лохматому псу нужно больше. Чувствуешь это? Он залез в губку Боба! Боже! Я это чувствую, мистер Крабс. Чёрт! Может ли мистер Крабс засунуть клешню в это медовое дупло? Вы можете взять сколько вам захочется, мистер Крабс. Мистер Крабс засунул клешню в губку Боба. Не забывайте обо мне. Ты нужен мне, Спанч Боб. Они начинают его есть! Мистер Крабс и Сквидвард... Обалдеть. Моя секретная формула. Секретная формула стоит в губке Бобе. Господи, боже, это у меня так, просто блядь, нет слов. Вкусно. Вкус. Берите. Мне нужно больше вкуса. Берите все. Очень стрёмно. Берите всю секретную формулу. Ну что, вам понравилось? Я смог вас удовлетворить? Да. Ты сделал меня, сынок. Но... Ты израсходован. Осушен пруд. Наш голод утолен уже. Обалдеть, они скорее всего сейчас с губкой Боба попрощаются. Ведь он им больше им не нужен. Они всего его съели. Я люблю свою работу в Красти Краб. Я бы никогда и ни на что это не променял. Капец. Я делаю людей счастливыми. Вот он, я герой моего детства. Губка Боб. Честному, я бы и не смог остановиться, даже если бы и захотел. А как здесь остановиться, когда людям нравится то, что ты делаешь? Так сильно. Слушайте, ребят, у меня аж мурашки по коже пробежались, когда я... Впервые сейчас увидел страшного губку Боба. Ну, это реально было очень крипово, ребят. Ладно, давайте посмотрим следующее видео под названием «Спанч Боб. Пародия на Оно». Кстати, у меня, ребят, даже есть сейчас футболочка Оно, поэтому все взаимосвязано. Погнали. Так, домик губки Боба. Сейчас идет дождь. Так, губка... Губки дома не сидится. Надо в дождик погулять. Нет, ну нахер, не пойду никуда. Лучше дома посижу в такой... Что это за прикид, губка? Во, фу! Давай меняй одежду, хорош. Что это такое? Что за хер? Вот, дождевик. Класс, класс. Ей, я готов. Так, губка готов. Ой, это что еще такое? Гамбургер плывет по ручью. Губка такой... Это нужно исправить. Скорее всего, сейчас губка пойдет за этим Ай, губка побежал за гамбургером. Так, вот, гамбургер плывет. Смотрите, он так хорошо сохранился. Он даже вроде не намокает.
Блин, он такой аппетитный. Прям сейчас бы съел его. Эй, губка бежит ловить гамбургер. Интересно, поймает он его или нет? Как вы считаете, ребят? Довольный бежит. Сейчас поймает его и съест. А он все. Бежит от губки и бежит. Ну давай, губка, поймай его уже. Хорош. А то сейчас куда-нибудь провалится еще. Нет! Нет, нет, только не падай туда. Черт. Губка, ну все, не успел. Не успел. И все, и что будешь делать? Только не смей туда лезть, ладно? Все, иди домой, потом как-нибудь купишь себе отдельно гамбургер. Зачем он туда смотрит? Какая-то страшная музыка появляется. Губка что-то увидел. О, какая атмосфера. Блин, сейчас что-то появится. Сейчас что-то появится. Какие-то звуки страшные. Сквидвард! Он стал клоуном. Губка испугался. Привет. Кто ты? Губка вообще не понимает, кто это. Я Боза, клоун. Приятно познакомиться. А что ты делаешь там? Блин, какая у него улыбка. Меня слило ручьем. Или дождем. Короче, его слило из-за этого дождя. Он провалился туда. Губка непонимание, как это вообще могло произойти? Возможно, я могу тебе помочь, скорее всего, выбраться оттуда. О! Почему бы и нет? А, у меня есть что-то для тебя, говорит страшный клоун Сквидвард. Что у него есть для него? Что это? Так. О, это же тот гамбургер. Который хотел съесть губка Боб. Но он провалился, из этого не получилось. Окей, ты отдашь мне это? Ты сможешь мне это отдать? А, нет, погодите, он наоборот, губка наоборот хотел, чтобы Сквидвард оставил себе бургер. И теперь Сквидвард не понимает, почему он отказался от него. Почему? Откуда ты знаешь, что я люблю бургеры? Спрашивает губка. А как насчет леденцов? Типа с бургерами не прокатило? Может, леденцы заманят губку к нему, а? Нет, спасибо. Не надо. Нет, мне сладостей. А, у него эти стоят. Пломбы. Или это кариес? Что это такое? Сквидвард не понимает. Блин, не получилось заманить этого мальчишку. А что насчет игрушек? Ты хочешь игрушки? У меня уже есть игрушка, Сквидвард. Хорошая. Такой, ладно. Шарик. Нет. Что ты еще предложишь, Сквидвард? Мороженое, может быть, а? Нет. Билет на твою любимую группу? Нет. Как насчет карты? Нет. Деньги! Нет. Уж точно нет. Волшебное зелье, которое... Что-то с волосами связано. Волосы, что ли, будут расти или что-то такое.
сквидов недопонимание, почему он от всего отказывается. А как насчет этого? Ой. Я не буду говорить, что это такое, потому что, ребят, вы, наверное, сами знаете. Да! Yes! И сквидов смог его уговорить. Нет! Нет, он все-таки его схватил. Все, минус губка Боб. Пипец. Губку Боба забрал страшный Сквидвард. Так, опять дожди, молнии. А, Сквидвард просто чилит в ванной с пузырьками. Ему просто классно. Самое интересное, он принимает ванну в океане. Вы обращали внимание? Привет, Сквидвард! Оказывается, это был реальный клоун, прикиньте! Обалдеть! Ну а если, ребята, понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Чао!